Обойдите ее! Работа грязная, но кто-то же должен ее делать. Отличная работа! Города в огне, банды бесчинствуют. Все, кому не лень, нападают на правительственные войска. Как мы и надеялись, трусливый ублюдок Панай бежал из города. А ты знаешь, где его искать. Оно уже в твоем КПК, приятель.
тайное укрытие малыша Паная. Уже не такое тайное. Это будет нелегко, Рико. После того, как подлетишь к входу в каньон, придется топать ножками. Дворец и база серьезно укреплены. Я бы предложил тебе свистнуть своих лучших друзей из какой-нибудь банды. Я сделаю это, друг мой. Хотя мне не нужна помощь, чтобы обкорнать этого коротышка. Главное, отправь малыша спатеньки навсегда, Рико. Как закончишь, наступит время для того, что мы в управлении умеем лучше всего. Время для быстрой смены власти. Ну да, припоминаю. Ты не только шашлыки готовить умеешь. Ну, спасибо, Рико. Приятно, когда тебя ценят не только за сочное мясо. Но выбирай союзников аккуратно. Они останутся с тобой до самого конца. Один другого не лучше. Но я уже привык. Пора выбирать, амиго. Кто тебе больше нравится? Свирепый парень Улара Шири, симпатяга жница Боло или старый ворчун Таракан Бритва? Выбор за тобой. Круто! Кто-нибудь, встаньте к пулемету! Не хочешь ли порубить тростника, а, Скорпион? Спасибо за предложение, но у меня для тебя есть кое-что получше, что можно резать. Горло малыша Паная. Я выяснил, где он скрывается со своими войсками. Покажи нам, где это место. Наконец-то народ Панау восстанет и сбросит оковы империализма. Час нашего народа, Скорпион. С помощью твоих данных я подготовила план атаки. Я буду направлять вас по рации, ведь я символ революции и не должна подвергаться опасности. Прощай, доблестный товарищ.
Скорпион, эти товарищи полностью в твоем распоряжении. Проведи их через каньон. Я хочу, чтобы ты уничтожил 3 больших зенитных орудия, а также всех фашистских приспешников вокруг них, чтобы мы смогли высадить наших инженеров. Они помогут тебе отпереть ворота малыша Паная. Стой на месте! Проведи войска через каньон. Я тебя вижу! Теперь повеселимся. Все чисто.
Отличная работа, мой храбрый революционер. Вова высылает инженера, чтобы заняться панелью. Жди. Инженер на месте. Готов заняться панелью. Это нам пригодится. Инженер на месте. Вперед, товарищ! Всем вперед! Мы его поймали!
Это нам пригодится. Не могу отделаться от мысли, что Панаи пытаются за что-то отомстить. Так, инженеры и яйцеголовые, вы готовы? 3, 2, 1, вперед! А этому парню надо чаще чистить зубы. А теперь, Скорпион, найди маленького злодея Паная и расправься с ним. Ладно, займемся карликом. Мне всегда не по себе в таких местах. Я ждал тебя, американский агент. Пожалуйста, скажи, что ты здесь не для того, чтобы красть черное золото Панау. Нефть. Надо было сразу догадаться. Везде эта чертова нефть. Да, нефть. Больше нефти, чем в любом месторождении на Земле. Весь мир будет моим. Ну нет, малявка. Я этого не допущу. Вот черт. Это был ты, Панай! Ты уничтожил мою любовь! Джейд мертва, и теперь мы умрем вместе! Кретин! Недоумок! Я приказываю тебе прекратить... Убери немедленно эту гранату! Выбрось ее! А, да. Джейд все еще жива. Она просила передать тебе кое-что. Что больше ты ее не увидишь. Воспользуйся панелью в центре купола, чтобы открыть ворота и выбраться оттуда. Тебе конец. Он сильно ранен. Укрытие! Ничего, если я это одолжу. Прикройте меня, я захожу. На землю! Укрытие!
Захожу в пламя! Не дайте ему уйти! Обойдите его! Я захожу! Пробейте его! Обхожу! В Кубале запущена система самоуничтожения. Всему персоналу покинуть район. Система самоуничтожения активирована. Всему персоналу покинуть район. Здание будет уничтожено. Знаешь, было бы недурно посвятить меня в детали задания. Только то, что нужно. Ты же сам знаешь. Надо было убить тебя еще в джунглях. И упустить эту сочную свининку — это безумие. А теперь Панай мертв. Нефть наша. И я снова могу заняться готовкой. Простите, но для развлечений нет времени. Страну сейчас легко захватить, и танкеры сверхдержав ползут нам со всех сторон. Похоже, шашлычок подождет. Без обид, малыш, ладно? Только не забудь об этом, когда твоя задница загорится. Ну, естественно, Рико. Ты давай дальше стреляй, охмуряй, красавец. Настоящий шпионаж оставь мне. Вместе мы эту нефть не отдадим никому, кроме старых добрых штатов. Мальчики, пора защищать и защищаться. Нам приближаются китайские, русские и японские супертанкеры. Все они планируют отобрать нефть. Дядя Сэм отправил к нам подмогу со всех мыслимых атоллов Тихого океана. Нужно, чтобы ты пролетел по окрестностям на вертолете и разобрался со всеми посторонними нахалами, которые осмелились сунуть сюда свой нос. Координаты нефтяного месторождения. Ты направляешься туда, обеспечиваешь оборону и ждешь подкрепления от США. Ты не думаешь, что им не понравится, если мы решим взорвать их танкеры и все такое? Черт, официально их здесь нет. Равно как и нас, приятель. Кроме того, ты же не хочешь, чтобы грязные коммуняки зацапали всю эту нефть, а? Никогда не понимал политику.